Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 698. Решим задачу А с помощью уравнения. В баке и в ведре 24 литра воды. В ведре воды в 3 раза меньше, чем в баке. Сколько литров воды в ведре? Обозначим за х меньшую величину. Х литров в ведре. Так как в ведре меньше, а в баке больше в 3 раза. Значит, 3 умножить на х литров – это в баке. А так как всего 24 литра воды, значит, мы составим уравнение. Количество воды в ведре прибавить количество воды в баке – это будет равно 24. А узнать нам надо, сколько литров воды в ведре. Х плюс 3х – это будет 4х. И это равно 24. Отсюда х равно 24 разделить на 4. Чтобы найти неизвестный множитель, надо произведение разделить на известный множитель. И х равно 6. 6 литров воды – в ведре. Мы ответили на вопрос задачи. И решим задачу Б. В компот положили яблоки и сливы. Всего 18 штук. Слив положили в 2 раза больше, чем яблок. Сколько бы яблок положили в компот? Опять обозначим за х меньшую величину. Х яблок положили в компот. Так как слив положили в 2 раза больше, значит яблок в 2 раза меньше. Значит, это меньшая величина. А слив тогда раз в 2 раза больше. 2 умножить на х. Это слив. Всего в компот положили яблоко и слив 18 штук. То есть х плюс 2х равно 18. Количество яблок плюс количество слив – это 18 штук. Х плюс 2х будет 3х. Чтобы найти х, надо 18 разделить на 3. Отсюда х равно 6. 6 штук яблок положили в компот. А нам как раз надо узнать, сколько яблок положили в компот. Мы ответили на вопрос задачи. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.